Власти Саудовской Аравии признали, что поставки нефти из королевства сократились вдвое после атаки беспилотников на предприятия национальной нефтяной компании «Арамко». Взрывы на заводах на месторождениях «Хурайс» и «Абкайк» прогремели в ночь на субботу. По сообщению Министерства энергетики, это привело к приостановке производства. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов, с которыми воюет международная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы пригрозили Риаду новыми нападениями на критически важные объекты в королевстве. США осудили атаку на предприятие «Арамко» и пообещали помочь в обеспечении безопасности. Госсекретарь Майкл Помпео возложил ответственность за произошедшее на Иран, заявив, что эта исламская республика нанесла удар по мировой энергетике. По его словам, нет подтверждений того, что беспилотники прилетели из Йемена. Помпео пригрозил Тегерану жестким ответом. Министр энергетики США Рик Перри тем временем сообщил, что Вашингтон готов задействовать свои нефтяные резервы для стабилизации ситуации на рынке энергоносителей после сокращения поставок из Саудовской Аравии.